Всем привет, Саваэш на проводе, это канал с полезностями для путешественников. Если вы любите путешествовать, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И сейчас я напоминаю, что мы находимся в путешествии по Италии. В этом видео мы начинаем движение назад в сторону Генуи и по дороге заезжаем в Термо Гротто Джусти. Это примерно 2,5 часа от Болоньи по бесплатной дороге. А расположена она между Флоренцией и Пизой. И если до этого мы с вами были в бесплатной, так сказать, дикой терме, то сегодня мы с вами в шикарном спа-центре со своим отелем, бассейном и даже пещерой. Перед входом в терму большая бесплатная парковка. А вот и вход на ресепшн. Здесь вы регистрируетесь и получаете шлепки, халаты, полотенца, которые уже включены в стоимость. А теперь о цене. Нам обошлось это 84 евро 90 центов на двоих. Мы выбрали опцию Platinum Full Day Anytime, в стоимость которой входит посещение бассейна в течение целого дня, разовое посещение грота, а также ланч. И это нам обошлось еще дешево, так как мы купили это по купону Groupon. В раздевалках шкафчики закрываются на ключ. А это туалет, здесь также можно умыться и воспользоваться феном. А это душевые. Также можно у бассейна воспользоваться ячейками и оставить личные вещи. И все это входит в стоимость, и дополнительно за это платить не надо. Давайте же искупаемся поскорей. Кстати, посещение бассейна обязательно в шапочке, она не входит в стоимость, поэтому ее лучше взять из дома, а если вы забыли, то на ресепшене продаются по 2 евро. Вода в бассейне из минеральных источников с постоянной температурой 34 градуса по Цельсию. Важно, что после оплаты на Groupon'е вам необходимо зайти в эту покупку и забронировать дату и время посещения. После этого в течение дня вам придет купон. Также там необходимо указать ваш итальянский адрес, вы можете указать адрес вашего отеля. После того, как мы хорошенько прогрелись в бассейне, пошли под ледяной водопад. На самом деле это самое классное, что здесь есть, это ледяной водопад. Можно там просто часами сидеть. А теперь пришло время обеда. По нашему купону мы должны из специального меню выбрать одно основное блюдо, один десерт, один прохладительный и один горячий напиток. Рекомендую вам энергетический салат, не прогадайте. Рассчитывайте свое время прибытия заранее, так как время ланча заканчивается в 15:00. Grazie.
Крат 7 мили. А теперь можно и в пещеру. В отличие от холодных пещер в Рассасе, где мы с вами уже были, а кто не видел, ссылка сверху, эти пещеры теплые, температура воздуха составляет 34 градуса. Конечно, им далеко до русской бани, но все равно жарковато. Здесь также выдаются бесплатные халаты специально для этой пещеры, и время посещения ограничено 50 минутами. При бронировании на Groupon указываете время посещения пещеры, так как бассейна вы можете пользоваться целый день, и при необходимости время посещения пещеры вы можете изменить уже на месте. В самой жаркой зоне Инферно вы можете полчасика посидеть и расслабиться. Мне показалось, что в конце еще не хватает каких-то водных процедур в этой пещере, например, водопада или что-то вроде этого. Продолжаем движение в сторону Генуи и по дороге заедем в Чинкве-Терре. Мы с вами заедем в городок Монте-Россо-Аль-Маре, но дорога туда очень извилистая, со множеством серпантинов, поэтому неопытным водителям я ехать туда не советую.
Возвращаемся в Геную, ночуем и влетаем в Москву. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.